Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Прямо сейчас появляется на ваших экранах бренд «Заря». Долгожданный бренд, о котором всегда спрашивают наши телезрители. Я хочу напомнить, что бренд «Заря» уже вышел за пределы России своей популярностью, известен во всем мире. Сегодня, как никогда, многие туристы, которые приехали на чемпионат мира по футболу в Россию, знают, что такое качество бренда «Заря». Тем более, если учитывать, что погода у нас даже летом непредсказуема, и иногда хочется накинуть на себя уютную вязаную вещь, бренд «Заря» и телеканал «Shop & Show» предлагает вам стильное вязаное летнее пальто. Он же удлиненный жакет, который вы можете носить круглый год. Да, и мне нравится, что у нас сегодня яркие и в то же время летние оттенки. У нас есть очень вкусный молочный цвет. Слушай, мне кажется, он для праздника подойдет. Ну, не только, Оля. Многие любят носить летом светлую одежду. Поэтому для тех женщин, кто любит и предпочитает классическую гамму, вы выбираете оттенок молочный. Ну, а если, например, представить, что вы идете на свадьбу, и вам нужно накинуть на плечи для уверенности и защиты кардиган, то он должен быть нарядным. Так, у нас еще есть льняной цвет. Слушай, он более спокойный, да? Такой? Да, цвет неокрашенного льна очень прекрасно сочетается не только с льняными одеждами, но даже и на контрасте. Сюда подойдет эффектный шоколадный цвет, сюда подойдет и даже цветастая палитра. Ну и ты правильно сказала, они успокаивающие, вот эти оттенки ближе к натуральным. А вот это, посмотри, прям свежестью от него веет, правда? Мятный оттенок также есть сегодня в нашей палитре. Не забудьте, что это бренд «Заря». Кардиган Марта. Летние оттенки, да и вообще летний фасон. Кстати, рано утром я примерила на себя именно этот ментоловый цвет. А сейчас посмотрите на Олю. Платье Макси из хлопкового вискозного полотна. Олечка накинула на плечи кардиган Марта голубой цвет. Как эффектно сочетаются эти модели друг с другом. Но вот сейчас главный вопрос. Бренд «Заря» никогда не предлагали нам такую расширенную размерную линейку. А сегодня... До 70-го размера! От 48-го до 70-го. И цена от 1999 рублей. Это цена, которая действует только сегодня. И только на нашем телеканале. Такие кардиганы не продаются в магазинах. Бренд «Заря» специально вывезал их для вас, телезрительницы телеканала «Shop & Show». Давайте срочно определимся с размером. Размеры до 70-го. Как правильно выбрать размер? У Оли сдвоенный размер. Верх 52, бедра 48-50. У Татьяны Крицкой 52-54. У Татьяны Бабуровой 52. Натане жакет, кардиган «Марта», он же летнее пальто 52 размера. Обратите внимание, как эффектно и нарядно выглядит наша Татьяна. Татьяна Крицкая выбирает 52-й, но, если честно, я бы Танечке посоветовала 54-й, потому что если застегнуть кардиган, для того, чтобы он сильно не обнимал ваше тело, а был свободен, лучше выбрать 54-й. Если у вас сдвоенный размер, всегда вязаные трикотажные вещи выбирайте в сторону большего. На Олечке Гридуновой 52-й. Кстати, если сегодня наши телезрители, Свет, закажут кардиган, а автоматически будет действовать бесплатная доставка, если вы закажете. Вы закажете кардиган и любое другое предложение, например, платье. Или, например, там блуза. Блуза плюс кардиган и любое другое предложение равно бесплатной доставке на нашем телеканале. Еще, знаешь, вот многие сейчас смотрят и думают, кардиган летом? Может быть, все-таки это не очень сезонно? Если бы мы говорили сейчас о том, что это сезон зима, осень, начало весны, конечно, бренд «Заря» в это время предлагает нам сезонные модели из шерсти. Здесь мы видим кардиган «Марта» с добавлением натурального хлопка. И, дорогие друзья, если говорить сегодня о хлопковых волокнах, это дорогое удовольствие. Представьте себе, ваш кардиган ажурный, тело дышит, а в кардигане хлопок – это проводник сухого тепла. Поэтому, если уж говорить сегодня о сезонности, то это летнее вязаное пальто как раз для вас. Вот он, хлопок, при помощи которого вы будете дышать. Слушай, сколько вот мотков такой вот, вот такой пряжи понадобилось для изготовления нашего кардигана? Ну, хотя приблизительно. Вообще, сырья уходит много. На такой фасон свободного кардигана с удлиненным рукавом уходит приблизительно килограмм пряжи. Так. Вот сейчас у меня в руках это 100 граммов волокна с натуральным хлопком. И
стоит вот такой моточек 350 рублей. Поэтому, если умножить на 10, у нас получается 3500 только на одно сырье. И это, наверное, размер 48. Друзья, а у нас 1999 рублей. И мы еще экономим ваше время. И идеальная вязка, вот она уже получается. Руками такую не свяжешь. Ты знаешь, кстати, к сезону я хотела еще вернуться. Я когда с утра выхожу на работу, всегда беру с собой либо кардиганчик, либо курточку. Потому что с утра, даже в знойный день, всегда прохладно. Мы, кстати, работаем с 6 утра и уезжаем порой с работы 10:30 вечера. И вы сами понимаете, что утро и вечер – это то время, когда прохладно. Накиньте на плечи кардиган Марта. Если вы следите за модой, мы приглашаем вас на показ моды Милан, Лондон и Париж. Сегодня все столицы мировых подиумов украшены трикотажными вязаными изделиями. И обратите внимание, даже в отпуск мы берем с вами кардиганы. С добавлением хлопка наша жизнь, жизнь девушек и женщин с богатыми формами стала комфортной. Слушай, но все-таки лето, хочется показать себя во всей красе. Хочется постройневшую фигуру показать. Ну вот посмотрите на нашу Марину. Мариночка у нас немножечко прибавила, несколько сантиметров, как и все мы. Поэтому, если говорить сегодня о выборе вязаных вещей, то мы выбираем с вами ажурное плетение. Именно выбирая кружева и ажурные вязаные вещи, силуэт становится более облегченным, он не перегружен. Если вы любите такие стильные модели, обратите внимание еще и на длину. Рост Танечки Бабуровой у нас 1,70 м, а у Татьяны Крицкой 1,80 м. И мне нравится, как на любом росте смотрится этот кардиган. Слушай, я обратила внимание еще и на точенные плечи. Точенная такая идеальная фигура прям возникает. Ну, во-первых, там есть подплечники. Для меня это настоящие скульпторы. Потому что дамы, у кого тип фигуры груша и покатые плечи, посмотрите, вы моделируете свой силуэт. И еще, говоря сегодня, Оленька, о бренде «Заря», они не только думают о коррекции фигуры, они думают еще и о практичности. Трикотажные вязаные вещи этого бренда могут служить вам десятки лет. И поверьте мне, каждый раз после стирки вы будете доставать обновленную модель кардигана Марта. Я вот всегда думаю, почему же бренд «Заря» так популярен на нашем телеканале? Да потому что такое сказочное плетение может создать только бренд «Заря». Ни один другой бренд не способен на такую фантазию. И ты права. За последние годы, Оля, бренд «Заря», конечно же, усилил качество своей вязаной продукции. Эта сложная программа делается на специальных машинах японского и немецкого происхождения. И это плетение не сшито. Оно плавно переходит от одной операции совершенно к другой. Только сегодня успейте купить 1999 рублей. И если заказываете кардиган и любое другое предложение из часа, получается еще и бесплатная доставка. Помните об этом.